В опасной зоне самопомощь и взаимопомощь оказывается лежа. Если будет ранена рука, что в такой ситуации мы делаем? Сразу ложимся, ноги вместе, голову на бок, руку раненую закидываем себе через шею, достали жгут из кармана, зажали кончик жгута в зубах. Жгут наложили, через здоровую руку перевернулись, осмотрелись и уползли в безопасную зону. Если мы получили ранение, находясь в шаговой доступности от укрытия, проследовав него, мы можем наложить на себя жгут на конечность в положении сидя, но обязательно, чтобы у нас был упор за спиной. В случае потери сознания мы не пойдем назад, у нас не западет язык. В данном случае у нас ранена нога. Нога у нас, когда ранена, она не работает. Раненую ногу берем за штанину и закидываем сверху на здоровую. Здоровую ногу сгибаем в колени, тем самым получая доступ к наложению жгута. Достав жгут из кармана, накладываем как можно выше на бедро. Завязав жгут, не забудьте указать время наложения жгута.